Приветствую всех любителей рыбалки. И сегодня хочу рассказать вам о таких вот свингерах от производителя Carp Kinetics. Модель называется Carbon FX. Свингеры предназначены для того, чтобы держать в постоянном натяжении леску между катушкой и сигнализатором поклевки. Свингеров в мире существует великое множество. Бывает два типа свингеров по конструкции: на жестком каркасе и на цепочке. Этот набор свингеров хорош тем, что позволяет вам использовать как жесткий каркас, так и цепочный вариант. Это зависит от ваших личных предпочтений. Нельзя сказать, что какой-то вариант лучше или хуже. Лично я предпочитаю свингеры на жестком каркасе. Почему? Потому что они более устойчивые при боковом ветре, их не колошматит при сильном ветре, они постоянно стоят в одном положении, достаточно устойчивые. Итак, как нам эту цепочку насадить к этому свингеру? Каркас этот откручивается. Закручивается он на резьбе. И таким же способом сюда вкручивается вместо каркаса цепочка. На другом конце цепочки есть такой вот набалдашник. Он вставляется в этот пластиковый крюк. И к нему в свою очередь цепляется ножка, которая закрепляется под сигнализатором, между подставкой и сигнализатором. И как видите, получается уже цепочный свингер. Меняется все очень быстро. Эти два шарика позволяют отрегулировать степень фиксации лески между ними, для того, чтобы не было самосброса свингера при ветре, либо при каких-то манипуляциях со снастью. Закручивая эту железную гаечку, вы тем самым затягиваете эти два шарика, и они плотнее прижимаются друг к другу. В боковую прорезь можно вставить светлячок для индикации при ночной рыбалке. В комплект входит 3 свингера. В запасе 3 цепочки каждому свингеру. То есть вы всегда сможете поменять либо с жесткого на цепочный, либо наоборот. Все это упаковывается такой вот чемоданчик, компактный, удобный. Чемоданчик снабжен ручкой для переноски. Такой комплект послужит хорошим подарком рыбаку, увлекающемуся карповой ловлей. В следующем видео пойдет речь о прикормках для карпа и способах ее доставки в точку ловли. Следите за нашим каналом. Всем удачи. Пока.